Инициативная молодежь Ульяновска повысит свои знания о социокультурных проектах в Академии «Ты в грантах». Программа разработана Министерством молодежного развития области при поддержке фонда «Ульяновск. Культурная столица». За 2 недели студенты Академии узнают о юридической подготовке документов, анализе целевой аудитории, источниках финансирования. А самое главное – познакомиться с особенностями самых крупных грантовых конкурсов. Из опыта, да, уже победителей можно выделить такие проекты, как в летний период времени музыканты уличные проявили желание о выступлении, да, на площадках города, но у них, к сожалению, не было оборудования. Был написан грант порядка 300 тысяч рублей, было приобретено оборудование, оно предоставляется в безвозмездное пользование для выступления таких музыкантов. Цель всех проектов – это самореализация молодежи. Для участия в Академии было подано более 150 заявок. Это как физические лица, так и некоммерческие организации. Конечно, нас порадовало количество зарегистрированных. Это первая, так скажем, волна. Да? Я думаю, что мы по итогам этих 2-недельных занятий посмотрим и свои возможности, и посмотрим список желающих, и знаем, что есть из муниципалитетов, из города Димитровграда, Инзы. Для местных ребят занятия пройдут в очном формате. Также студентами Академии станут грантрайтеры из подшефного Лутугинского района ЛНР. Они присоединятся по видеосвязи. Программа рассчитана на 36 часов, и итогом работы станет готовая презентация проекта, разработанная во время семинара.